рычаг, не зажимайтесь все равно. Но при этом помните о темпе, о котором я говорил, то есть в Crazy House важен темп. Так, Владимир Борисович мне предлагает сыграть. Приветствую Владимира Борисовича. Так, ну что ж, давайте с Владимиром сыграем. Так, Владимир Борисович всегда интересно. Не эту палку ты говорил? Не, по-моему, предыдущий. Предыдущий, да? B2, все. Все, 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 все. Забили прошла, крышку? Прошла. Прошла наша. О! Фу! Фу! Как некрасиво! О, дети, не смотрите, это безобразие. Ну, а чемпиона мира я такого не ожидала. Ну что? Не будет Армагеддона. Так, ну что? Мне нужный файл. Я D4 то практически не играю. Да, ну я думал, мало ли, может, у вас все равно что-то осталось. Пожалуйста, пока нет. Так, что делать-то? У нас гроссмейстерская. Гроссмейстерская дуэль. Да, вот сразу пошли такие серьезные напряги. Какие-то рогозины. Человечнее. Намного человечнее, чем все другие. Ну, кроме Миши Таля, конечно. И великий чемпион. И, конечно, 100 лет – это 100 лет. Написал несколько блестящих книг. Его «Красная книга» – сборник партий. Великая книга «В поисках гармонии». Тоже. Ну и отличная книга, его сборник, его эндшпилей, владельных эндшпилей. Очень, очень красивая красная книжечка, маленькая она. Что-то отдавать буду сейчас черное, грозит F7. Что-то забирать. Вот это тут... И забирать заодно. Оп. Он опять, да много набрали всего черных. То есть отдадут фигуру за пешку F7, это понятно, но походу заберут. То есть тут вопрос, как белые будут отыгрывать и в какой последовательности, да, из пожертвованных фигур. Тут много приходится считать, и времени мало. F7, слон E4, вот видите, слон H3, Алина, какую-то возможность. На секунду. Да, куда конем ходить, вот хороший вопрос. Слон E6, но вот теперь, может быть, можно и забрать на F5 и F7. F5 и F7, да, или F7 и слон F5. Опять же, здесь главное не запутаться тут. А король H8, G7. Смотрите, пешки могут просто... И ферзь съел... И конь F6 взял, и конь F6 забрал еще ладью. Видимо, выиграно. Уже стало у белых. Сравнивает счет Алина Кашлинская. Удалось ей все-таки свои пешки протолкнуть. Итак, полвека с лишним назад один шахматный журналист диктовал текст партии. После того, как он назвал ход ЕФ, в разговор вмешалась девушка, которая поинтересовалась, за что? Внимание, вопрос. Закончите фразу этой девушки.